сказал бомба. Нормально, да? Как Discovery нам настраивает. В мою смену доедут все. Кавказ! Discovery. Экспедиции, о которых говорят. Ребят, давайте знакомиться в первую очередь, да, по традиции. И коротенько давайте расскажу вам, что нас ждет в ближайшие наши ходовые. Меня зовут Максим, я ваш проводник старшей группы. Команду вы, наверное, знаете. Это наш оператор Денис. Данил, наш повар, старший повар. Будет много красивых видов, будет много чего посмотреть. Теперь только уповаем с вами на погоду, да? Хорошее настроение вы с собой привезли, я это уже понял. И по чату, да, и по всем. Оно? Линку сними. Слышал? Все будет хорошо, не переживай. Я же с тобой не первый раз. Так, доброе утро. Доброе утро. У нас только начинается экспедиция. Первый день, да? Да, первый день. Как настрой у вас на экспедицию в целом? Настрой очень хороший. Позитивный, боевой. Погодка так радует. Сегодня куда едем, знаете? Нет. Мы сегодня едем в Кизиной. Кизиной? Да. Хорошо. Были там? Нет, ни разу. Первый раз в Чечне. Все, хорошего вам покатушки. Спасибо. Готовимся к первой поездке. Ну, ты, я смотрю, прям подготовился. Полная амуниция у тебя. Надо быть в тепле, чтобы не заболеть, чтобы доехать, короче. На этом поедешь? Да, да. Это после последней поездки. Ну, она брала нас ништяк. У нее передней левой фары нет и задней правой. Понял? Еще походит, еще походит. Не жарко. Продувается хорошо. Настрой боевой. Состояние бодрое у тебя? Ну, бля, честно, прибухнули сейчас. Ну, я думаю, сейчас все исправим, будет все хорошо. Давайте, начнем. Все вышли? Собираемся, нет? Ребята, можно сюда всех на 5 минут брифинг и стартуем. Первый день экспедиции. Очередной раз напоминаю технику безопасности. Все, поехали. Заводим. Бомба? Красиво. Ну уже как, катил уже, нормально? Да, брат. Давид, ну как, прикатался нормально? Ну да. Ребят, ну как? Супер! Все супер? Да. Круто. Уже вкатили нормально? Да. Классно. Ну ванна, конечно, было немножко, но ничего. Ну сейчас рассеется. Отлично. Мы заказали. Ждем. Что, нормально? Нормально, вкатили? Да. Все, быстро, отлично. Не успеваем посмотреть. Не успеваете? Пожаривать успели, не? А? Кондиционера не хватает? Ну это уже совсем лухари будет. В этот момент давайте Алине привет передадим. Алина, слушай, что он творит. Это просто шок, как он спокойно ездит в эту экспедицию, не как в прошлый раз. Очень. Он говорит, что нет, буду я и говорю. Кстати, я сзади еду, я снимаю, я могу тут. Девять
горючие слезы. До него идти примерно 15 минут туда. Дэн с вами пойдет сделать красивые фотки, видео и 15 минут обратно. Как раз к этому времени ребята приготовят мясо и сразу на обед, хорошо? Трейл рулит точно. Дань, привет. Привет, привет. Рассказывай, что у нас сегодня на обед. А у нас сегодня вот такой вот супчик куриный, посмотрите. И шашлыки. Сегодня будет вырезка телячья, будет курочка, филе. И будет еще баранина, корейка, как всегда. Все супер. Что, красиво снимем? Да. Кавказ Дискавери поварам. Огромный респект. Все было очень вкусно. Наелись от пуза. Сейчас бы глаза не закрылись. Вперед, едем. Как вообще доехал? Бомба. Отлично? Долетели, да, отлично. Все. Грязно было? Да нет, у нас чистенько все. Но было эффектно, да? Да, было немножко. Это самое главное. Короче, как сегодняшний маршрут? Намного лучше, чем предыдущий. Я думаю, что я в этот раз не сбегу. Все, отлично. Оперли пока нормально. Погода чудесная стоит. А мы уже приехали. Все? Да. Ну, мы сейчас пойдем на дальше хой. Дальше пешком до отеля. И все, и отель вот он. Мы же к нему подъехали. К отелю. Камера. Пока ехали, тут такой серпантин сочный был прям, мой любимый. Ну, страшно было, что вылетит эта встречка. Кто? Не, а есть видовой. Там и музыку ехали, настраивали. Этот, блядь, яркий персонаж не мог блютуз подсоединить. Не, ну я помню, в прошлом году ты здесь на этом серпантине наваливал хорошо. Давал, давал. А еще мокро было, дождь было. Прям. Не, вы втроем прям очень хорошо идете, прям вот все контентно. Давай, знаешь, как назовем? Упругая трешечка. Я буду кит, твоя есть делать, хорошо. Давайте на платформу. Мы находимся в селе Хой, переводится как село стражников. Тут жили стражники, которые охраняли торговый путь, пролегавший в сторону Грузии. Село датируется 14 веку, и тут до депортации, до 44-го, в таких условиях чеченцы жили. Как я рассказывал, вот в таких помещениях они держали скотину на первом этаже, поскольку тепло, исходящее из скотины, хоть как-то обогревал потолок второго этажа. Кавказ! Дискавери! Хотим вам еще озеро показать сверху. Немножечко про озеро расскажу вам завтра. Ну, давайте будем надеяться, что завтра будет хорошее. Давай. Да, поедем селиться, ребят? Да. Поехали. Такой лайтовенький, хороший день, вкусный обед, плотный, упругая троечка доехала. Ребят, все, сегодня хорошо покатались, всех обнял, целую, до завтра. День победы, день победы, день победы. С днем победы, ребята! Елена, доброе утро. Доброе утро. Как дела у вас? Все прекрасно. Как настроение на сегодня? Обалденное. Праздник как влияет? Вообще. Сейчас покатаем. Все. Ну как настроение на сегодня? Отличное. А праздник как влияет на сегодняшнее настроение? Ой, мурашки по коже. Да. Ну все только начинается. Мне кажется, мы его отметим сегодня достойно. Покатушки будут классные, незабываемые. Все, хорошего вам дня. Праздником. И вас также. Я
сегодня интересный, насыщенный и длинный день. И, но мы будем проезжать много высокогорных селений, несмотря на наше хорошее настроение и на праздник. Просьба выключать люстры, выключать музыку, не буксовать. Сейчас мы с вами поднимемся на смотровую, посмотрим на озеро Кизиной Ан сверху, расскажу вам историю этого озера и дальше уже пойдем на перевал. Ну что, готовы? Готовы! Все, погнали? Итак, ребят, у нас с вами, у меня за спиной, у вас перед лицом озеро Кизиной Ам. С чеченского переводится как «красивая вода» или «красивая яма», я дословно не могу сказать. Дело в том, что это озеро находится в кольце гор, оно всегда плюс-минус одной температуры, на нем не бывает волны, и на нем тренировались в условиях высокогорья спортсмены в советские времена. Вы можете сесть на них, можете рядом с ними. Понравилось? Любовь. Не бойтесь, я его удержу. Оп! Вот я. Спорт. Так, вот у нас на первое плов, правильно? На первое плов, да, правильно. А на второе суп. Ну, у нас все наоборот получилось. Серьезный аппетит, да? Найс. Очень вкусно поел плов. Поварам огромное спасибо. Ага. Да, вот это понял, белая приправа. Помнишь, на столе такая лежала? К плову! О, была Было круто. Немного пыльно. Круто было? Очень. Супер. Еще ждем дождя. Еще не было дождя. Ну да, мы его обязательно застанем. Нормальный пробег. Быстренько проехали? Ну быстренько, да, 80 километров. Я засекал. Круто. Манный пыль. Давид, ну расскажи, как доехал? Супер! Сегодня крутой день? Да. Супер! Это, наверное, вот из всех экспедиций, вот прям самое для меня крутое. А вы были в трех, да, уже? Да. Ну, это третья. Да. И это самое красивое. Ну, для меня, да. Она обзорная, она видовая, вот прям супер. Для девушек всех точно понравится. Мы сделали это, бля, мы приехали, очень красиво, брат. Очень хорошее место, я всем советую приехать сюда. Ну смотри, а ты был уже в двух экспедициях, да, да получается? Это Не, в трех, брат, это третья экспедиция, да. И как тебе это? Очень красиво, я в восторге от Дагестана и от Чечни, честно. Второй день покатали? Супер, красиво, идем отдыхать грязный, как черти, щит. Обалденно. Красивый, да? Где мы, там так. Красота, понял? Опа! Виды шикарные. Да, ну, хочется красиво. Побыстрее, да? Да. Чтобы эти виды вот так вот пролетали. Да, именно. И так ничего не видно, чтобы вообще было ничего не видно. Очень жалко, будет что повод вчера вернуться. Был туман.
и мне классно, здорово было, очень красиво, местами опасненько, но здорово, ощущение моря. А по скорости все нормально? По скорости, да. А мы стараемся. Виды супер. Мы стараемся не отставать. Так все получается, но мы держимся. И мы от лица нашей компании, от лица Дмитрия, руководителя, хотим сделать вам небольшой подарок в честь праздника 9 мая. Поздравляем вас с праздником, с Днем Победы и вот этот небольшой музыкальный подарок танцевали для вас, для ваших гостей. Добро пожаловать, дорогие друзья! Мира и добра вашему дому, тепла и уюта каждой семье, счастья в детях, любви близких и родных. Ворский танец! Доброе утро. Доброе. Как дела? Как настроение? Супер. Лучше даже не бывает. Смотри-ка, сегодня погода отличная. Да я смотрю, погода сегодня отличная. И вы сегодня красивые такие. Отлично. Как раз Discovery нам настраивает. Каждый день. Джиги вчера, а? Это вы вчера вызвали солнышко. Как дела? Сегодня вообще при параде все, да? Рассказывай, как дела? Как ноги? Доброе утро. Доброе. Ну как спалось? Отлично. За все эти дни вот прям релакс. Да, в камеру хлопнуть, но дальше получится. Надо прям хлопнуть? Да, да, можно прям вот так сделать. Прям так. Погнал. Видите, как вам едется? Хорошо, отлично. Весело? Да, третий день, уже вроде научился. Научились уже? Да, уже вкатались, да? Да, первый день переживал, нервничал немножко, а сегодня вообще прекрасно. Прекрасно едем. Сегодня вообще маршрут интересный. Погода прекрасная. На перевале было мало тумана. Проехали уже 100 километров, даже не ощутили, как они. Я сегодня готовлю самый вкусный суп, короче. Куриный, не знаю, грибной. Так. Я думаю, всем понравится. Так, а на второе что у нас? На второе у нас плов. Ашлама, брат. Армянская ашлама, брат. Самая. Плов вчера был. Всех приглашаю за стол, думаю, всем понравится. Какие гладкие у них, а у них что, я давно не видел. Алин, ты в фильме. Ты в фильме, ты в фильме. Все, дочь, и ты с нами. Я с вами душой. Да. Мы пошли кушать, мои девочки. Thank you.
день сегодняшний. Отлично. Сегодня чувствуется небольшая усталость первый раз, как бы, но все нормально, все хорошо. Пробег сколько был? Подмерзли чуть-чуть, а так говорил, что жарко-жарко, а потом самый первый замерз. Давид, ну у тебя прям все на лице. Часик в радость. Чифир. Нет, день кайфовый. Кайфовый? Да. Да, сегодня, наверное, самый. Ну, из трех дней мне, наверное, сегодня, да? Да, дал-дал, ушел, было, нет? Да, у нас еще новая, теперь не упругая троечка, еще есть погоняла светофор, понял? У Давида синий, у меня красный, у Димона желтый. Как день прошел? Шикарно. Пыль вкусная, да. Зубы стали острее. Красиво было сегодня? Да, красиво, сегодня да, лучший день из первых трех. Супер. Были скоростные участки, были очень красивые участки. А кормили, кормили вас вкусно? Как всегда. Мне так, кажется, нас готовят так на убой. Себе будут с кашкой, или как всегда. Нет, кормят нас тут очень много, конечно. Очень вот много, это, очень 4 вкусно. Килограмма как были набраны за вчера. Все, до завтра, значит, переключаемся. Ну что, доброе утро. Четвертый ходовой день. Едем мы в Карабахскую теснину. Боком потихонечку ехать на Карабахскую теснину. Всем хорошего дня. Ребят, сходили на Карабахскую теснину. Понравилось? Отличная теснина. Прохладно, хорошо. Спасибо. Очень красиво. А еще у нас крутой фотограф, который делает нам шикарные фотографии. Спасибо, спасибо. Да. Ну как, сходили на Карабахскую теснину. Классно? Да, интересное место. Понравилось? Да. Но зато там прохладненько как раз. Ну да, да, да. Охладились. Остыли, да. Все, едем дальше. Да, да. Едем, конечно. Как добрались? Супер! Быстро! Быстро! Наш обед в ресторане «Адад» закончен, и сейчас мы едем на еще одну шикарную локацию – город-призрак Гамсуда. Погнали! Да он не с нами, что ты его слушаешь? Поедем на Гамсуда? Поедем, конечно. Подниматься будете? Так, ребят, сейчас мы магическим образом поднимемся на Гамсутль. Только надо хлопнуть в ладоши на счет три. И раз, два, три. Кто на лошади? Ладно, кто пешком? Давайте так. Сейчас большинство идут на лошадях, и мы проверим, кто быстрее поднимется. Два человека пешком. Три. Еще кто? Четыре. Брат, самые стойкие пошли пешком, а самые... ленивые поехали на лошадях. Половина ребят ушли пешком, а мы только собираемся. И... не знаю, подгоняет ли это всех, кто пошел пешком. Вот так вот мы променяли маврики на лошади. Ты счастлива, Наташа? Да, очень.
Да, о, братан, походу жареный пан. Очень отчетливо слышно. Этих ребят ждем завтра к вечеру. То есть мы уже почти добрались до вершины. Я ваш видеооператор. Веду вас на вершину горы. Так, поднимаемся пешком. Я сбегал даже за телефоном. Сейчас. Поднялся. Лошадей, как видите, нету. Давайте вот это место, лавочку, вот видите, будем считать как точку финиша. Сзади меня идут Максим, Лена и Карен. Сейчас их дождемся. Я уверен, что они вторые, кто поднимется. Лошади будут самые последние. Все, ждем остальных. Мы вообще есть, значит. Мы это сделали, брат. Все, мы дошли до финиша. Первый получается, правильно? Каким бы ни был финал этой экспедиции, я точно знаю, вот они, понимаешь, мощь нашей команды, понимаешь, где-то там на лошадках. Сейчас мы уже отстающих уже встретим. Давайте, вы почти выиграли, ребят. Давай, губы вытягивайся, на первый. Вот он, практически, да. Соревнований. Вот они. Почти первые. Ну как ты добрался? А, нормально пока. Комфортно, да? Да. Так, ребят, один вопрос. Этот подъем стоил того? Да. Конечно. Я бы сказала, он очень простой. Очень легкий подъем. Да. Даже не спотел сверху. Мы сидим уже полчаса, ждем ребят. И сейчас на монтаже здесь такая прилетает медаль, корона, очки. Всем стоит подняться и посмотреть. Очень классно. А что мы передадим тем, кто не поднялся? Берите лошадей. Да. Берите лошадь, и вы не забудете это впечатление. А то что, все спустились? Поедем дальше? Домой? Погнали. Здравствуйте. Я как... чистая. Как доехали? Отлично. Вы, я смотрю, в механике, да, задел? Да, я помогаю. Хочу Кавказ Дискавери устроить. Ну, вообще молодцы. Я бы не залезла на лошадь вообще. Залезли бы. Нет. Как увидели подъем, залезли бы сразу. Да, за первое место. Представляешь? Да, первый прискакал на коне и получил бутылку шампанского. Конечно. Сейчас каждый, кто первый выходит, все говорят, что не первый. Ну, а всем? Шикарный день. Шикарные. Красивые виды. Очень понравилось. Очень красиво было. Вообще. Так, за первое место что-нибудь получили? Да, вот, нам дали. БМВ. Нам дали БМВ. Доброе утро крайнего дня. Да, доброе утро. Как настроение у вас? Настроение отличное. Готовы к сегодняшнему дню? Да, уже натренированы, научены. А куда едем, знаете? Дербент. А сколько километров пробег? 240. Ой, да все знаете. Ну, участвуем в процессе. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Как настрой? Боевой, крайний день. К маршруту готовы, да? Да, конечно. Сегодня вы с нами? Да. Конечно. Как настроение у вас? Все хорошо? Да, ждем. Настроение супер. Ну что, друзья, крайний день. Крайний эксперимент. День. У нас сегодня пробег с вами большой, 240 километров. Жарко точно не будет, я думаю, поэтому утепляйтесь. У нас сегодня будет интересный обед в селе Кубачи, в гостевом доме. Там интересный хозяин, познакомим вас с ними. Ну и давайте по машинкам, 5 минут и выезжаем. Все, спасибо. Вперед. Все. Ну что, братан, крайний денечек? Да. Покажем, как улитки могут. Алине мы что-нибудь передадим в этот праздник день? Знаешь, зайка, я еду домой уже, скоро буду. Тебя очень сильно люблю. Жалко, что ты уехала. Ограничитель три раза упирался.
вчера день выпал у меня. Сегодня пытаюсь угнаться за бывалыми. Привет, привет, Гаджи. Мы приехали, здравствуйте. Надо музыку включить, ребята, обеденную, обеденную. Там что это, контакты? Там что, нормально? Да, с прошлого года. Кого? Ну как кого? О! E la pioggia che scende dietro le tende la felicità E abbassare la luce per fare pace la felicità 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 В мою смену доедут все. Я не сбежала! Первый раз! Сегодня было так все красиво и интересно, что сам не рулил. Смотрели по сторонам. Да, смотрел по сторонам и спал. Как в целом экспедиция вообще? Кричайте, целый день за рулем. 240 километров. Я доехала. Даже по городу. Ну круто вообще очень прошло круто, все. Очень классно. И сегодня прямо по лесу. И погода, как было обещано, теплая. Сказали, не распускаемся, ага. Все теплее и теплее. А поэтому мы все укутывались, Все понравилось. Прошла вообще супер. Спасибо, Кавказ Дискавери. Пожалуйста, пожалуйста. Вам спасибо большое. У меня голос пропал. 10 часов движения активного. Что, можешь обратно поехать? Дополнил, да? Молодец. Да, конечно, слушай. Ну, знаешь, я начинаю привыкать. Начинает нравиться, да, уже? Да, втягиваю. Ты хочешь спросить, как я их прокатил? Да, да, да. Ну, прокатились, ништяк. Все хорошо, и все доехали, все счастливы, все довольны, все увидели, все хорошо. Все, как мы переключимся на ужин? Хотел с языком, ну ладно, давай. Все, на ужине увидимся. Мы с командой сделали, ну вот, либо 100, либо, ну, может быть, 99% того, 100%. Чего вы ожидали. Во всяком случае, мы очень старались, чтобы было именно так. Вам огромное спасибо за то, что мы вместе прошли этот маршрут. Этот маршрут можно на самом деле назвать экспедиционным, потому что были приключения, да, однозначно. Были и перевороты, и взлеты, и падения. Это все на самом деле было очень классно. И нам, вот от лица всей команды, говорю честно, что нам с вами было очень классно. Надеюсь, вам с нами все было также. Да. И от компании «Кавказ Дискавери» позвольте подарить вам подарочки памятные об этой экспедиции. Они будут вам напоминать о время, проведенном вместе в горах Дагестана. И, спасибо. Очень признательны, спасибо большое. Как всегда, все супер. Все по-кавказски, по-гостеприимному, профессионально. Короче, красавцы. Одно слово. Спасибо вам большое. Прям на 1000%. Он такой, ну, я думал, он дикий, грязный, там что-то такое. А вы нас такое сделали. Ну, вы сделали комфортным, удобным, все продумали. Вы такие все молодцы, с вами так приятно со всеми общаться. Мы думаем, что, конечно, ну, первый наш путешествие, но не последний. Не последний. Спасибо. Это начало. Очень корректная, очень дружелюбная команда, отзывчивая команда, которая на любой вопрос, что было связано с техникой или там какие-то увлечения или еще что-то, всегда поддержит разговор, диалог, всегда поможет что-то исправить, что-то подсказать, что-то порекомендовать. Огромное спасибо не только за отдых, который был на высоте, первоклассный отдых, но и за наше с вами знакомство.
знакомство с каждым из вас лично, это уже стоит очень многого. Ребят, вкусно кормили, все супер. Да. Оператор у нас самый лучший. На Алтае только он. Спасибо, спасибо. Спасибо. Организатор, оператор. Кавказ Дискавери. За вас. Сотку денег стоит, объективно. Родители и друзей, все, кто меня сопровождал, и, конечно же, ваша команда. Спасибо, спасибо.